Привет. Эй, что у тебя с лицом? Так, ерунда. Опять ерунда. Тебе нужно быть осторожней. Что ты сделала с моей машиной? Отводящий шланг лопнул тоже. Весь прогнил, я его заменил. Побежит как новое. Сколько? Сейчас посмотрим. Запчасти и работа, ну, скажем, 150 баксов. Сколько? 150. За замену шланга радиатора? Это шланг радиатора в «Мустанге» 64-го года. Это Форд! Сколько времени а не Феррари, это чертов Форд! Это не просто Форд, это «Мустанг» 64-го года выпуска. А при чем здесь шланг радиатора? Я не знаю. Но именно поэтому я тут живу. А ты лишь проезжаешь мимо. Ты должен мне 150 баксов. Послушай, полчаса назад меня ограбили. А ты можешь достать свою золотую кредитную карточку и позвонить тому парню из рекламы? У меня нет кредитки. Надеюсь, ты умеешь мыть тарелки или сгребать навоз, потому что тебе придется это отработать. Слушай, это Мавада. Они стоят 7 тысяч долларов. Ты можешь их продать? Черт, кому я их продам? На них цифр не видно. Их не должно быть видно. Это сделано специально. Это золото. Ни дня, ни месяца, по-моему, ни черта они не стоят. Я купил их за $3.75, и на них есть все, что можно придумать. Это настоящие часы. Ты сукин сын! С тобой разберется мой адвокат. Кредитной карточки нет, а адвокат есть. Можешь трепаться сколько угодно. Но сначала прочитай это. Я не буду читать, мне нужна машина. А мне $150.